Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає щосуботня рубрика «Субкульт» і я її ведучий Володимир Заінчковський. Сучасне мистецтво для багатьох людей – це таємниця. Хтось його лякається і навіть не розуміє. А хто його любить, стає його таким сильним поціновувачем і взагалі знаходить відповіді на питання, які ставить до нього. Але дійсно мало людей, які створюють це сучасне мистецтво. Отож, сьогодні до нас у гості завітала людина, яка безпосередньо пов'язана зі створенням сучасного мистецтва в Україні. І ми раді вітати Тетяну Біновську, яка стала лауреатом нагороди Свята Софія за особистий внесок у культуру України, художниця, арт-блогер, також це міжнародний сертифікований гід у Південній Африці та Центральній Африці, а також просто людина-одеситка. Вітаю вас, Тетяна! Перше питання, яке хочеться вам поставити, це ви жили та працювали у Кейптауні та Мельбурні. Отож, ви повернулись працювати сюди, до Одеси. І на вашу думку, де та що вас надихало і надихає більше? Весь мир чудесен. Я очень люблю путешествовать, и меняя обстановку, ты находишь новые сюжеты для работы, это прекрасно. И если, вот знаете, говорят, есть такая пословица, что там хорошо, где меня нет, это неправда, там хорошо, где я есть. Каждый человек себе создает свою среду, своих друзей, свой мир, и хорошо везде. Конечно, когда ты живешь в одном месте долгое время, у тебя уже картинка начинает замыливаться, и ты не видишь все прелести. Хорошо куда-то отъехать на какое-то время, а потом вернуться, вот как сейчас в Одессу, потому что Одесса прекрасна. А принципові відмінності між Кейптауном, Мельбурном та Одесою ви знайшли якісь? Да, ну, Мельбурн серед цих, ну, як трьох городів, самий несонячний город, к сожалению. За полгода того, що я знаходилась там, сонячних днів, хоча це була зима, було, може бути, 5 или 6. А в Кейптауні зимою завжди сонце і можна ходити на пляж время від времени. Йдуть дожди, це хорошо, коли йдуть дожди. А в Одесі вообще скільки времени продовжує лето, і очень сезони міняються, це теж прекрасно. В чому, скажімо так, різниця між арт-майданчиками в Одесі та... Абсолютно разные. Абсолютно разные. Живопись в каждом месте совершенно, и художники совершенно по-другому мыслят, и это интересно. Потому что, прожив 10 лет в Южной Африке, увидев искусство, я вернулась в Одессу, хотя я знаю всех и все, я вижу разницу. И, может быть, то, что мне нравилось раньше, сейчас я понимаю, что это, ну, как бы не очень дотягивает до того, что я теперь знаю. Тобто Одесі ще є куди розвиватися? Звісно, є куди розвиватися. І зараз відкриті дороги. Благодаря цим біометричним паспортам художники можуть їздити і путешествувати становиться доступною по цінам. Так що все прекрасно. 18 травня у Одеському літературному музеї було відкрито вашу виставку «Жіночі образи». І взагалі-то я помітив, що у вас жінка грає таку велику роль і займає велику нішу у вашій творчості. Я дуже люблю жінок. Я люблю портрети писати. Преимущественно, звісно, жінські і дітські портрети. Мужчини у мене теж є, але їх мало. Спрашують, чому, я навіть не знаю. Просто, може бути, жінки внушають більше вдохновення, ніж мужчини. Іноді бувають дуже цікаві мужчини, яких теж хочеться писати. А в чому зацікавленість у жінках? У мене дві дочери. Да, и сейчас две внучки. У меня столько натурщиц, с которыми можно работать. И нет, ну, как-то можно больше придумывать, создавая образ. Последняя серия, вот, которую я сделала в Кейптауне, называется «Леди». Эта серия сделана и посвящена женщинам Кейптауна. Не африканским женщинам, а те, которые сейчас уже африканцы, но они, их бабушки и дедушки, переселились давным-давно в Южную Африку. И бывают люди, которые не заняты профессионально,
профессионально не работают именно женщины, а которые украшают собой дом, украшают свой дом и делают все невероятное. И их дома похожи на дома, где, я просто уверена, там живут феи. Это настолько прекрасно, и я как бы вот начала в эту тему, вошла в этот вот поток, в это сообщество этих женщин, и мне захотелось делать отдельную серию под названием «Леди». Но она продолжается. Я сделала портреты и в Мельбурне, и делаю в Украине, и это все, эта серия непрекращаемая. А взагалі-то складно было найти бажающих стати натурницей? Вы знаете, не трудно, потому что я просто на улицах могла встретить человека, подойти и сказать, что, слушай, ты мне так нравишься, приходи ко мне в студию и попозируй. У меня сейчас образовалось очень много очень красивых моделей в Кейптауне, которых я очень люблю, мы общаемся до сих пор, и они готовы в любое время прийти ко мне позировать. Африка, вона зайняла таку теж велику нішу у вашому житті. Да. Вона вас надихала на творчість і взагалі людині, яка там не була. Що би ви порадили? Перше, куди піти, може, щоб надихнутися теж? Африка большая. Африка большая. Сказати не можу, можу сказати іменно зараз отдельно просто по Южній Африці. І тому, як у мене вначале, до того, як я взагалі не представляла, що я попаду в Африку, от у всіх, яке представлення вони по цвету? Жовта, оранжева, чорна із-за цвіта кожи людей, да, вот таке. А Южная Африка, она голубая, абсолютно голубая, потому что огромное синее небо и два океана сливающиеся. Она абсолютно голубая. И то отношение людей к друг другу, те улыбки, которые там есть, не увидишь ни в Одессе, ни в Австралии. Это точно. Тобто більш люди доброзичливі? Більше, да, конечно, люди очень доброжелательны. Тебе помогают везде, во всем улыбаются и всегда готовы с тобой говорить и рассказывать о своей жизни, обо всем. Можно выйти утром на улицу, а тебе скажут: «Доброе утро, леди, как у вас дела?» И ты чувствуешь себя там настоящей леди. Мені цікаво, ви коли створювали ваші портрети, ви працювали з натурницями взагалі-то завжди, чи частина портретів створена на такому образному мисленні? Так, часть портретів, часть роботи – це портрети, а часть – це просто образи, які виникали в момент іменно розсуждення о том, вот, що я хочу зробити. А які найбільш яскраві образи приходили до вас? Я очень люблю свої роботи. Я люблю сочетання цвітів, женської красоти. І кожен раз багато цих тем, ще дуже багато. Але можливості робити більше робіт немає, тому що робіт накопилось дуже багато. Я виставку привезла сюди, і я не хочу її відвозити. Тому приходите, будь ласка, вибирайте, покупайте, дзвоніть. Тому що ви увозите. Я роботи не буду. Вони побачили багато виставок, і я хочу, щоб вони залишились в Україні. Щоб вони залишились в Україні, в Одесі? У мене роботи є і в Австралії з галереями працюють. Я дуже багато роботи, я дуже плодотворна. А як би ви охарактеризували свій особистий власний стиль? А вы знаете, мне как-то на выставке один молодой человек подсказал правильную совершенно мысль, что это стиль Татьяны Беновской. О, цікаво. Да, оно так и есть, потому что это мой стиль. А кто надыхал вас, скажем так, с художников? Я очень люблю Модильяни. Наверное, лучший художник для меня – это Модильяни. Я когда-то прочла историю о Наде Леже, о жене Фернандо Леже, которая жила в русской провинции, узнала, что есть такой художник в Париже, поехала, вышла за него замуж и стала, прожили счастливую жизнь, и она стала художником. Вот если бы я жила во времена Модильяни, я бы отправилась бы в Париж. Можете назвати ще якихось авторів безсмертних? Безсмертних? Їх дуже багато перечислять. Зачем перечислять? Які вплинули саме на вас? Вплинули, я думаю, що більше всього все-таки Модильяни. Тамара Лімпіка мені дуже подобається, дуже подобається художниця. Мені її представив мій друг із Германії, показав, що буває. Він говорить, дуже созвучно з твоїми роботами. Дуже подобається. Ваші роботи завоювали увагу австралійської компанії Red Bubble. І стали таким одним із флагманів, скажімо так. В чому секрет? Як вони вас взагалі помітили?
И я, перебравшись в Кейптаун, узнала о существовании такой компании. Для художника не просто продавать свои произведения, они не продаются часто, но нам нужно всем жить. И это огромное сообщество по всему миру художникам, которым нужно жить. И вот Redbubble предоставил возможность выживать, потому что, если публикуя там свою работу, из нее производят очень много всяческой продукции, начиная там от открыток, кружек, заканчивая, сейчас уже делают мюрелы, делают росписи, и как тапестри, это как ковры, ну, очень много интересно. И ты, когда ставишь туда свою работу, они вот могут, если человек заказывает, обращается, они делают, исполняют, и ты получаешь свой процент. И интересно то, что когда я приехала в Кейптаун, у меня еще был очень узкий круг знакомств, мне Redbubble помогло как бы своим сообществом, потому что там ты не один. Ты публикуешь работу, и тебе пишут отзывы, и тебе говорят, с тобой разговаривают люди. Проводятся какие-то невероятные челленджи, соревнования, ну, конкурсы. Очень-очень любопытно. А сейчас я уже, побывав в Мельбурне, я узнала о существовании других платформ, и я подключилась, и нас так много, и так хорошо. И люди делятся не только своими работами, ты не только смотришь о том, что они делают, как они живут, и какие у них проблемы. Все можно обсуждать в онлайне. Вы згадали про мюрали, і саме на вашій сторінці в Facebook ви представляєте себе як mural artist, да, тобто да. художник-мюраліст, якщо так можна сказати. Взагалі-то зараз мюрал набуває таку велику тенденцію і популярність у сучасному нашому житті. Ви докладали руку до якихось мюралів в Одесі? В Одесі, ну, це було багато років назад. Я працювала і думала до роботи до пенсії в такій компанії, яка називалася Одеський производственно-художественний комбінат. І ми займалися розписью, ми робили кераміки. Мій перший замечательний заказ у мене був на Куяльнике, коли вистроїли перший тисячник. Я зі своєю подругою Іриною Евангеліді, яка зараз живе вже багато років в Сан-Франциско, зробили розпись 110 квадратних метрів. Извините, з цифрами не дружу. Це була розпись в техніці холодної інкаустика. Були інші розписи, которые сейчас, к сожалению, не сохранились. Но я осталась вот чувство любви к стенам. Я очень люблю стены, и поэтому, может быть, у меня работы такие форматные, потому что я люблю большие форматы. А что это за техника вы назвали? Холодная энкаустика – удивительная техника, которая существовала в Древней Греции. Техника практически была утеряна, но жил в Украине такой человек, как профессор Хвостенко, имени, отчества сейчас не помню, который посвятил свою жизнь для того, чтобы восстановить эту технику. Она основана на воске. Все делается с добавлением воска. Стенки готовятся с воском. Вплавляешь воск в стену, обжигаешь его утюгом, а потом, когда уже роспись сделана, паяльной лампой обрабатываешь поверхность. Это просто необыкновенная техника. Это, я считала, что оно должно стоять века. Но, к сожалению, это не стоит. Все время идет вперед, и люди что-то все меняют. Вы художница, и работы якої экспонували в багатьох країнах світу. А взагалі, як ви починали? Що вплинуло найбільше на вас? Хто вплинув? У мене був дуже хороший преподаватель в художньому училищі Константин Владимирович Філатов. І как бы, заняття в художньому училищі в Грековці дало дуже багато. Но почала я не з училища, у мене був в дитинстві, у мене просто такий знаковий чоловік. Во дворі у нас жив дядя Сережа, який не мав дітей, дуже любив рисувати, був художником-любителем. І він нас збирав на лавочки, на пирогов. Мы сидели и там занимались всем творчеством. Мы и лобзиком пилили, мы и лепили, мы писали, мы ходили на этюды. И вот это мне дало толчок, и я решила, что я буду художником. Я очень признательна ему за это. Тобто зовсім не якісь інші художники відомі вас надихнули, ну, а така проста історія. В то время у нас же інформації не було, а художників, альбоми зарубіжних художників, це було преступление иметь альбоми імпресіоністів. Сорі, це просто не работало. Втихую, якщо хтось доставав альбоми, показував, ми були як чистий лист. Ми тільки могли смотреть на роботи друг друга і наших учителей. Ви відкрили у 1991 році в Одесі першу приватну арт-галерею. Взагалі, що спонукало вас на цей крок?
Время, пришло время независимости в Украине, и все изменилось, потому что если я думала, работая в комбинате, что я доработаю до пенсии, мне очень нравилось там работать, была хорошая компания, художников очень сильных, то оказалось, что это не будет продолжаться. У меня уже двое детей было, и я понимала, что заработать, продавая картины и занимаясь творчеством, ты не заработаешь. И я решила прямо у себя в студии открыть галерею. Это был очень такой отважный шаг, потому что я абсолютно не бизнесмен, и меня мама со мной долго не разговаривала, что я решилась сделать, вот, уйти в бизнес. Таке питання. Саме за цей внесок у культуру України ви стали лауреатом нагороди Свята Софія. Спасибо, ну була ж ще одна галерея. Так, морська. Морська арт-галерея, яка була потрясаюча площадка, лучшая в Україні, може бути, даже і в Європі. Так, одна з найпопулярніших взагалі арт-майданчиків Одеси. Вона була замечательна галерея, ми зробили таке кількість проєктів, і я хочу сказати всім, хто пам'ятає цю галерею, що я зараз на Фейсбуці веду страницю Maritime Art Gallery, где у меня сохранились вся история галереи, все выставки, все художники, я публикую там, чтобы это осталось. Хотелось бы, конечно, чтобы это вышло изданием отдельным, но если кто-то поможет и захочет этого, я готова. Я сейчас это все собираю и публикую. До речі, вона ж відкрилася у 1993 році, да. І взагалі ви пропрацювали там 16 років, а потім був такий крок, що ви одразу вирішили покинути галерею і переїхати до Кейптауна. Ви не жалкували про це? Була боль душевна, жалела, звісно, але це був чудесний шаг. Ви знаєте, я вам скажу чесно, ми ушли вовремя. Потому что дальше неизвестно, чем бы это все закончилось. И у меня появилась новая возможность в жизни. Я прожила еще одну жизнь. И я думаю, что это все не зря. Дело в том, что пока мы работали в галерее, муж, моя вся семья работала, помогала. Я даже по улицам не ходила, я не могла наслаждаться городом. Сейчас я приезжаю, хожу по набережной, хожу по трассе здоровья. Это же прелесть. А тогда мы были лишены. С утра до вечера галерея, выставки, выставки, выставки. А для себя же надо пожить немножко. Згоден. Вы маєте двох доньок та двох онуків? Ні, вдох. Так. П'ять онуків. П'ять онуків. І взагалі, доньки, коли ви починали свій такий творчий шлях, вони цікавилися вашою Конечно, творчістю, вони завжди були рядом. Коли подросли, допомагали, тому що я була не способна ні комп'ютеру, нічого, його обі дівчатки допомагали. Вчили їх малювати? Так, да, учила, але вони не дуже хотіли. У мене були студії, на уютні були діти, приходили, стільки учнів красивих виросло, а вони були зайняті своїми ділами, бігати по дворам, збирати черешню з деревьев. А як онуки ставляться до творчості? Вони дуже люблять зі мною працювати, я з ними займаюся, звісно. Ми рисуємо, лепимо, щось робимо, всі внуки, причому. Взагалі, хтось з них проявляє таку зацікавленість, тобто вже точно каже, що бабуся, я стану... Марсель у нас буде дизайнером обов'язково, тому що вона такі речі створює, не то, що рисує, а робить якісь невероятні інсталяції. Я думаю, що буде творчество в її житті буде присутствувати. Назвіть, будь ласка, три ваших найулюбленіших місця в Одесі. Я очень люблю нашу трассу здоровья. Мне очень нравится там, как сейчас, как в лесу, и я признательна руководству города, что поставили туалеты, что все приведено в идеальный порядок. Это очень хорошо. Немножко раздражает Аркадия с этими постройками, но мне сказали охранники сейчас, что у всех контракты до конца этого года, а потом будут строить набережную, что снесут все клубы. Это было бы так чудесно. Хочется все представить, что это будет цивилизованно. Я люблю гулять, много ходить пешком. Французский бульвар обожаю. Сейчас ботанический сад. Даже вот этот наш сад, я хожу туда просто провести время, в этот магазинчик, который наш сад, где растения выращивают. Потому что я люблю смотреть цветы, фотографировать, они мне нужны и для работы. Приморский бульвар какой чудесный. Вчера я была. Пале-Рояль. Город чудный. Немножко перерыто Ришельевское, но я понимаю, что это нужно, и нужно немножечко терпения подождать, когда все обустроится.
таке питання. Я помітив у багатьох таких персонажів на ваших портретах такий особливий якийсь блиск в очах. Скажіть, то було якось спеціально створено, чи ви бачили це в очах натурниць, чи щось вас просто надихало? Це моє просто. Це просто моє. У мене так виходить, я не можу не відповідати оттуда. Тоді ми зараз перейдемо до такого ще питання. На вашу думку, з творчістю яких одеських художників ви би порадили ознайомитися? Я не знаю нових. Наверное, молодежь растет замечательно. И те художники, с которыми я дружила, которых я представляла в галерее, они живы, работают. И все. И я делала это 20 лет. На сегодняшний день я представляю себя. Извините, потому что я потратила большую часть своей жизни на то, чтобы представлять художников Одессы и Украины. У меня есть любимые художники, может быть, не одесситы. У меня есть художники Сергей Савченко, львовский. Замечательный, который я люблю. Эдик Бельский сейчас в Словении делает. И как раз прошло сейчас ровно 9 лет с момента нашего пленэра в Гамбурге. Сегодня работы с этого пленэра приехали в Словению, в город Изола, где сейчас Бельский живет. И там выставка как раз вот сегодня открылась, выставка этих работ. И ребята очень признательны. И говорят, что это был лучший международный пленэр. И какие страны бы вы еще хотели видеть и экспонувати? Скажу, сейчас буквально в первых числах июня я очень жду, я уже жду второй год, я жду возможности поехать на арт-резиденцию в Японию. Я мечтаю давным-давно в Японию, но не туристом, я не хочу туристом. Мне нравится приехать, погрузиться в быт, узнать людей, познакомиться о том, как люди живут, и посмотреть вот это. И если у меня получится, это будет... Я счастлива, я надеюсь, что все произойдет. Взагалі-то ваше життя трохи схоже з життям Поля Гогена. Ну, стосовно періоду, коли він мігрував на Таїті і прожив там багатько років. Колись ви проводили такі паралелі з якимись ще художниками? Може, ви знайшли якісь відповіді в їхньому життєписі саме на ваші питання? Я ніколи не проводила ніяких паралелей. Я думала о художниках того времени, вот скажем, импрессионистов, что могло их вдохновлять? Только окружающий их мир и очень узкий. Это Гоген, который смог вырваться и увидеть что-то другое. А все же сидели в своих студиях, общались друг с другом и рисовали то, что вокруг. Сегодня мир открыт. Сегодня, благодаря интернету, любая мысль, которая тебе приходит в голову, ты можешь посмотреть, как это выглядит. Любое место в мире, ты можешь побывать там виртуально. И поэтому вдохновение сегодня для художников намного больше, чем было раньше. Ну, а взагалі, вы поддерживаете так розвиток? Я розумію, ви підтримуєте розвиток сучасних технологій і не заперечуєте. На 100%. І якщо ви знаєте, коли була галерея, я з осторожністю відносилась к тому, що люди приходили і предлагали там на продажу принти робот. І я говорила, як у нас же живі художники, їм потрібно жити, покупайте їх роботи. А зараз я розумію, що да, це альтернатива, тому що роботи оригінал стоять дорого, а принти, то, що робиться з них, стоять. І всі люди можуть имеет твое искусство. Я все время хожу по городу и смотрю картины, и думаю, может быть, кто-то будет идти в платье с моим принтом или еще что-то. Это было бы очень приятно увидеть. Тобто зараз більше можливостей у художників і митців заробляти таким чином, да, і взагалі демонструвати таким чином свій себя погляд на мистецтво. Звісно, це ж велика йде реклама художнику, коли продаються його речі, які знають, допустимо, зебри Тетяни Беновської. Їх знають весь світ. Дякую. Отож, перейдемо зараз до бліцу. Такий невеличкий бліц. Декілька питань, які цікавлять особисто мене і особисто наші телеглядачі. Отож, перше таке питання – океан чи море? Океан. Добре. Пабло Пік... Я аж вдихнула, сказала океан, тому що цього не вистачає. Так. Пабло Пікассо чи Леонардо да Вінчі? Леонардо да Вінчі.
А чому саме? Не люблю я Пікассо. Не люблю. Мне кажется, что, ну вот не нравится мне он, что он не был честен. Умея хорошо, красиво рисовать, уродовать человеческие лица, я не понимаю этого. Тобто... Мир и так изломан. Очень много в мире каких-то изломанных вещей и больных. Хотелось больше красоты. А он прекрасный рисовальщик и живописец был. Но ушел на популярность, сделать что-нибудь такое, чтобы продаваться. Тобто честность – это важлива я считаю, характеристика так. Така. Добре. Холодні чи теплі кольори? Холодні, скоріше всього. Холодні, голубі, сірі, як море і океан. Тобто більш до океану. А з іншої сторони, теплі, коли сонце і радість, і любов. Все, а може бути в місті і то, і то. Це залежить від емоцій, так? Звісно, звісно. Добре. Як знайти натхнення? Путешествовать, видеть многое, то, что ты не видел, открывать глаза по шее. А может быть, просто идти и не думать о своих проблемах, а смотреть вокруг на природу, на то, что окружает тебя. Много красоты даже не путешествуя. Замовник чи мистецтво? Мистецтво, конечно. Назвіть техніку малювання, яку би ви хотіли спробувати. Попробовать? Я бы очень хотела попробовать работать с войлоком. Я видела потрясающие скульптуры с войлоком и думаю, что, может быть, если у меня будет время, я пойду на какие-то курсы, чтобы делать какие-то вещи из войлока. Очень интересно. Ваша порада молодым художникам, которые начинают свой шлях в свете мистецтва? Работать. Прежде всего, работать. Работать и искать себя. Это очень важно. И не отчаиваться, если вдруг что-то не получается. Нужно просто идти вперед. И если ты работаешь... Якщо тобі Бог дав талант, від цього не можна відмовитися. Ось це преступлення. Друзі, я нагадую, що у нас у гостях була Тетяна Біновська, художник, галерист та арт-блогер. Ми дякуємо Тетяні за те, що вона прийшла. І пам'ятайте, головне не культ, головне культура.